Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг. Папа, ты эфир начал? Начал. Всем здорово. Кто здесь? Папа, мне нужно показать. Привет всем, кто присоединяется. Что-то соединение не очень хорошее. Как меня слышно, как видно, ребята, скажите. Сижу в музыкальной школе в коридоре, связь не очень хорошая. Всем привет. Я попробую. А то прыщи будут. Или меня не слышно, или чат не работает. Друзья, всем привет. Привет, Саня. Привет, а кто это? Это Миша Кузнецов, что ли? Миша Кузнецов. Привет, брат. Меня слышно, Миш, да, нормально? Слышно, видно? Хорошо слышно. Что-то подтормаживает, видать. Сейчас этот фишка новая в Перископе. Вот понажимайте, лайки поставьте. Они уже ни на что не влияют, рейтинга не дают. Но сейчас вот это поставьте много лайков, там увидишь, эти снежинки полетят. За меня лайки. Сделайте лайки, ребята. Но за меня. Вот так вот по экрану понажимайте. Ну что-то вообще какой-то мороз, короче. Алло. Лоудинг. Хорошо. Видимо, связь подтормаживает. Я рад приветствовать вас всех на еженедельном эфире, который я называю «Правоскоп». Подвисает, да? Да. Сейчас вот сюда попробую выйти. Каждый день я провожу вот такой эфир, я назвал его условно «Правоскоп», потому что каждый вторник у нас проходит в интернете презентация сервиса «Адвогрант», юридического сервиса, которым я пользуюсь уже более 3 лет. Это вот такой вот сервис, вот такой вот абонемент, там разного номинала, который позволяет вам круглосуточно получать доступ к квалифицированной правовой поддержке опытных юристов, которых постоянно в любое время дня и ночи готовы прийти вам на помощь. И каждый вторник мы проводим в интернете вебинар, который посвящен различным проблемам. Ну, то есть обычно мы берем те вопросы, которые больше всего задаете вы, клиенты. И на этой неделе, вот сегодня, в 17 часов по Москве, в 17 часов по московскому времени, будет проходить очередная презентация услуги. И тема сегодняшняя будет льготы по квартплате, как их получить, кому они, для кого их дают, и там какие размеры, и так далее, и так далее. Поэтому подробное описание есть в Инстаграм у меня. Инстаграм у меня ник точно такой же, как и в Перископе, Alex_Тихомиров. Поэтому найдите меня в Перископ, там есть ссылка. Активная ссылка, скорее всего, будет ВКонтакте. Да, активная ссылка будет ВКонтакте. Вот, поэтому найдите меня ВКонтакте или можете написать мне в Инстаграм, написать мне сообщение, я вам отправлю ссылку. О, видите, вот снежинки летят. Это такая новая фишка. Когда вы в названии ставите хэштег snow, то появляются снежинки. Поставьте лайки, вот так, друзья, понажимайте. Вот на улице.
Так, какой-то Егорушка нас покидает. Надо много лайков. Вот когда много нажимаете, они это, начинают лететь снежинки. Понажимайте, понажимайте. Не ленитесь так. Поток прямо так вот много. Что творю, а? Нет, тут дети ломятся в эфир. Во-во-во. Во, ребят, видите, круто, да? Это вот такая фишечка перископа. Dog Does Know, Dog Does Show присоединился. Привет всем, кто присоединяется. Сегодняшний мой эфир, друзья, он посвящен правовой культуре и посвящен тому, что сегодня буквально через, так получается, через 6 часов в интернете будет презентация правового сервиса. Привет. Презентация юридического сервиса Advogrant, который представлен Европейской юридической службой. Я пользуюсь этим сервисом уже более 3 лет, и различные вопросы благодаря ему решались. В частности, если вспомнить такие самые яркие, это Сбербанк вернул нам деньги в течение 14 дней, а не 40, как всем, которые задержал банкомат. Вот. И там, ну, еще масса было различных ситуаций, связанных с некачественно проданным товаром и так далее, и так далее. С ЖКХ, кстати, да, вот сегодня будет тема льготы по квартплате, поэтому если вы являетесь владельцем квартиры, или, может быть, ваши родители, может быть, ваша бабушка, ваша мама, то, знаете, есть различные варианты, как пересчитать квартплату, как получить льготы по ней, поэтому сегодня приглашаю вас в 17 Москвы на вебинар. Да, подробное описание есть в моем инстаграме. В инстаграм такой же у меня ник, как и здесь, в Перископе, Алекс, нижнее подчеркивание, Тихомиров, поэтому подписывайтесь на мой инстаграм.